Хуба, привет, с вами доктор Влад. Я хотел только вот тот ролик, который будет после этого, да, у меня там такой ролик, я на фронт-ярде перед домом открываю посылку. Вот, а потом посмотрел, новости немножко есть, но тогда я сейчас новости расскажу, а потом посылочку посмотрим вместе, да. В Тульской области торжественно открыли что? Туалет? Нет, автомобильный завод. Хавал, Хавал, входит в китайский концерн Great Wall. Это Великая Стена, да? В Тульской области, да, автомобильный завод, будут китайские машинки делать. Хорошо. Хорошо. Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики. Тут вообще непонятно. То пишут, что вообще офигенный рост российской экономики, а теперь уже замедление российской экономики. Они как-то не определяются, какой рост у Путина, 160 или 190. Вот и здесь то же самое. В Шереметьево открыли памятник Пушкину. Ну, Пушкин наше все. Только на кого-то он похож. Он на Рогозина немножко похож. Чуть-чуть. Не знаю, с кого лепили. Ладно, Мединский открыл. Ну, понятно, он министр культуры. Чаплин назвал кощунством новый клип Ленинграда. Значит, в котором затрагивается религиозная тематика. И кто тут еще? Виталий Милонов. Это бездарная выходка, это антирусское искусство. Шнуров – это последователь Павленского, который когда-то приколачивал мошонку к брусчатке на Красной площади. Ну, Милонов тоже, у него тоже что-то там приколочено, по-моему, в голове. Но дело в том, что, ну, дело в том, что я посмотрел этот клип, ребята, ну, там, это какой-то кошмар. Это, ну, слушайте, я не ханжа, да, но начинать клип с того, что мужик выходит и куда-то там писает, да, это не для меня, во всяком случае. Это не культура, это к культуре никакого отношения не имеет. И к клипам не имеет отношения, и вообще я не знаю к чему. Министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала ошибкой вывода счетной палаты о зарплатах врачей. Я думал, она да, действительно вот прониклась, что врачи на самом деле нифига ничего не зарабатывают. А оказывается, нет, счетная палата не учла возможное отклонение в 5%. При котором указ считается исполненным. По таким критериям все регионы выполнили индексацию зарплат врачам, добавила министр. Вот чтобы ей попасть под нож к хирургу, вот который якобы получает, значит, сколько нужно, да, вот индексацию, с индексацией, вот попасть бы ей под ножик к индексации, как бы хорошо было. Я не кровожадный, но Скворцову можно. Стоимость номеров в гостиницах на российских курортах этим летом оказалась выше, чем за рубежом. Опа! К примеру, ночь в трехзвездочной гостинице Алушта обойдется в 3 раза дороже, чем в турецкой Алании. Это кошмар. А ночь в Ялте больше на треть, чем в итальянском Римини. Ужас. В Госдуме отложили реконструкцию зала заседаний. А почему отложили? Потому что у них там пустоты какие-то. Не знаю, они копали по ночам, что ли. Ну, в общем, из-за этого есть риск, что зал может обрушиться. Хоть бы. Хоть бы и всех вот этих вот депутатов в пустоты. Россия не будет направлять делегацию на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Не пойдут. Не знаю почему. Мария Захарова дала понять, что в Москве не считают открытие Второго фронта в Нормандии решающим событием, которое привело к окончанию Второй мировой войны. Но фронт все равно открывали. А Мария Захарова дала понять. Ну ладно, хорошо. Стоимость нефти марки Brent впервые с начала года опустилась ниже 60 долларов за баррель. Что-то падает нефть, да? Ну и все. И теперь смотрите мой ролик, как я открываю посылку там на это самое перед домом. Ну посмотрите. И вообще интересно. Я, конечно, не закончил, потому что это дело еще надо надувать. Ну, ребят, я бы надул. Ну, у нас вот первый день тепло, да. Ну, пускай вода немножко согреется, хоть чуть-чуть. Ладно, ну все. Пока, до свидания, с вами доктор Влад. Ну, и вы поняли, что мы теперь будем обозревать окрестности Онежского озера. Вместе с доктором Владом и кинокамерой я вам покажу все наше озеро. Чао. Хоба, вроде пишет. Сейчас посмотрим. Я не уверен, что меня слышно. Ну, что слышно, то и слышно. Привет. Сейчас будем посылку разбирать. Опа. Вот она какая. Большая. Прибольшая. Ух ты. Оп.
Так, отсюда вообще видно что-нибудь? Видно, да, вот. Вот такая вещь. Классная. Сейчас смотрите дальше. Сейчас мы ее будем разбирать. Так, откуда ее разбирать? С какой стороны? Вот с этой. Сейчас мы ее разберем. Не знаю, не слышно вообще, нет ли. Ну, уж так есть, так и есть. Так. Ага. С одной стороны открыли. Сейчас с другой стороны. Так. Сказал я. Это называется каяк. Да. С какой стороны его выкаякивают? Ёкалмана, а? О! Эй! Выковыривайся! Или нет, вот так надо. Вот так, вот. Так лучше. Раз коробка, два коробка. А здесь, здесь круто. Молния. Молния. Сейчас посмотрим. Там. Так, я понял, что это. Я уже понял. Так. Наверное, отсюда. Раз. Раз. И два. Как надо понимать? Нет, вот так. Вот так, да. Точно. Точно два. Два. Ага, с одной стороны одна дырочка, да, а с другой стороны несколько сразу. Ёлы-пала, это что еще? А это куда? Это куда? Я не уверен. Ну-ка, где тут инструкция-то? А-а-а, ну-ка. Оказывается, тут вот еще надо это. Еще одна штучка. А в какую сторону? Так. Вот она какая. Большая, большая. Приветливо со всеми. Правильно. Ой, я в конце концов упаду. Ай. Завалился. Доктор завалился. Я вторая бил. Так. А как ее? Лопату-то эту как? Вот. И можно уже плыть. Ха-ха! Это здорово. Так. Ну и. А это что? А, это насос. Насос. Отос, фартос и насос. Придется резать, иначе никак. Ой, все падает у доктора. Не
еще кремень. О, штуковина, да? Это насос. А с какой ее стороны? Втыкать? Нет, не отсюда. Вот отсюда, точно. Ладно, мы его пока кладем. Ну и сама. Сама-сама, Люсенька. Так, а это что такое? Блин. Это сиденье. И... Нет, вот так вот. Это будет на хвосте. Ладно. Это пока сюда. Давайте хоть эту посмотрим, что она себе представляет. Вот она какая. Вот это для хвоста. Вот. Ну, короче, вы поняли, да? Вот ее надо теперь надуть. Вот надувалка, главное. И сюда надуть еще, положить вот это сиденье. И вот этот вот хвостик. Тут что-то еще 5 сантиметров, 10 сантиметров. Ладно, разберемся. Короче, доктор себе купил каяк, называется. Вот такой красивый. Во. И будем на нем на озере кататься. Вот я вам все покажу. А пока я выключаюсь, потому что здесь долго еще накачивают. Работы полно. Пока. С вами доктор Влад, если вообще что-то было слышно.